Секс-совет. Это просто будет самое крутое, самое полезное видео про анальный секс. Как правильно заниматься. Значит так, у меня анальный секс был... Я специально позвала профессионала анального секса. Он профессионал в том плане, что он очень-очень опытен. Я думаю, надо, наверное, повторить. Ну, в общем, есть определенная техника. Просто так входить в анал, так же, как и в вагину, нельзя. Не надо. Особенно если в вагину входит уже 2 года, не надо входить так же в анал. Ни по отношению к мужчине, ни по отношению к женщине. Не надо вот это вот... Алло, не надо так делать. Значит так, во-первых, самое важное при анальном сексе расслабиться. У меня, когда парень, когда у нас был анальный секс, с этим профессионалом, я такая, ну, как бы в позе, я была в позе доги, я слышала от одной девочки, что, мол, это поза, где самая больнючая. Вообще ничего подобного. В меня сразу же зашло все, и я при этом получала удовольствие от этого. С первого раза. Так что не надо тут придумывать, что эта поза какая-то больнючая. Нет. Важно то, как ты расслабишься. Короче, еще раз, у меня не было анального секса. Парень зашел, и у него, и, короче, анальный секс у нас длился, не знаю, ну не 10 минут, чуть поменьше, наверное. Я даже видео снимала, то есть я рукой селфи, типа, на видео снимала это. И когда он входил, выходил, то я получала от этого удовольствие и кайф, вот. И... Короче, он сам офигел, он не знал, что такое бывает. Просто он смог меня максимально расслабить. Как это происходило? Когда я, значит, стояла в этой позе, доги, я такая стою, он, ну, он типа массажирует мне бедра, гладит меня, расслабляет мне спину. Это тоже важно, попробуйте. Прям так аккуратно, нежно, потом массажируют анальное отверстие. Но мне как бы нормально, что парень входил в анал пальцем, мне это нравилось. То есть я к этому была готова, к пальцу мне реально нравилось. Вот. Значит, он массажировал пальцем, входил пальцем, вытаскивал палец. Вот это, конечно... Даже, наверное, не знаю, я не рекомендую. Сейчас потом в конце видео узнаете, почему. Вот. Он мне, кстати, рассказывал про то, как работают мышцы во время анального секса и как уменьшить боль и получать, как убрать боль вообще и как получать от этого наслаждение. Вот, я вам расскажу про это. Когда он массажировал меня, ну, так уже прошло 5 минут, я такая, да все нормально, давай уже. Он такой, не, мне так не кажется. И он, короче, пока вот, по его мнению, я полностью не расслабилась эмоционально, ментально, вот, до того времени он не входил в меня. Я его уже просила, понимаете? Он не входил в меня, потому что он, типа, видел, считал, не знаю, что, типа, что я напряжена эмоционально, ментально, психически. И он такой, не, мне так не кажется, что ты расслаблена, не, а поэтому выбирайте парня, который это очень сильно переживает. Выбирайте партнера, который очень сильно переживает за вашу эмоциональную расслабленность. Это очень важно. Секс от этого просто взлетает по ощущениям такой, какой должен быть на самом деле. Вот. А мы, людишки, умеем нервничать очень хорошо. Не надо заниматься, когда ты нервный, сексом. Это получится трах. Это получится ебли, которая принесет физический дискомфорт и повреждения тканям. Не надо, а это риск заболеваний, получения инфекций и так далее. И очень плохой опыт. Когда нервный, не трахайся. Скажи партнеру, я нервничаю, капец, помоги мне расслабиться. Все, расслабляйтесь вдвоем. Пусть он просто обожает, когда ты расслабляешься. Это важно. Вот, значит, когда он ходил в меня, то вот, допустим, она, как, вот анал. Так,
Мне нужна... О, ну пусть будет эта штучка. Вот она. Вот так вот. Это будет больно, потому что мышцы, которые находятся около агдиональный сфинктер, они будут, они, возможно, не смогут сразу же адаптироваться к тому, что входят-выходят, и поэтому могут возникать неприятные ощущения. Поэтому попробуйте зайти, у меня он сразу же полностью зашел. Попробуйте зайти и просто вот так вот делать. Попробуйте такую технику, как бы, может быть, кому-то вот это будет более приятнее, но мне было приятнее, когда вот так вот входил. И парень входил дилдо, у него тогда не было эрекции, сейчас, если у меня уже девочка, короче, меня уже спрашивали, почему не было эрекции, потому что получилось, что в комнате было жарко, мне не предупредило о том, что он очень чувствительный по отношению к температуре, оказывается, такое тоже может быть. И пока я там включала кондиционер, пока помещение охлаждалось, а я уже как бы была готова, то он входил дилдо, в общем, вот так это получалось. А, в общем... Вот так вот мне было больно, а вот когда вот так вот, мне было офигеть как классно. И причем чем глубже, тем прикольнее. Офигеть, да? У меня не было анального секса, а мне чем глубже, тем прикольнее. Мне реально было очень приятно. А когда он начинал выходить полностью, мне становилось вот именно здесь вот, на окончании анального отверстия, где вход в анал, мне становилось некомфортно. Вот, в общем... Кто-то знал про это, кто-то не знал. Я очень рада, что я поделилась своим опытом. И анальный секс — это прикольно. Если хочется попробовать, почему нет? Я, кстати, смотрела сериал такой, назывался он «Белый лотос». И там в первом сезоне, короче, семья приехала, и они обсуждали то, что их дедушка стал геем, и девочки, его внучки, получается, сказали, типа, да, он просто боялся попросить бабушку, чтобы она вставила в него стропон, поэтому он обратился к мужчине и стал геем. Я не знаю, так это или нет, но, типа, мужчинам, на самом деле, анальный секс, если вы хотите попробовать, да, пожалуйста, пробуйте! Ну, реально, я видела очень классные стропоны, когда он, короче, вот такой двойной, вот это вот длинное отверстие входит в мужчину, а другая часть, другой конец фиксирован в женщине, в ее вагине, и там еще, короче, происходят вибрации. Понимаете, когда девушка входит в мужчину, у нее еще внутри все вибрирует. Для нее это тоже стимуляция. Так что... Я не знаю, я бы, наверное, не выдержала, я просто бы такая, офигеть, можно мне полежать, какой еще тут стропонить? Вот, но кто, может быть, так сказать, более опытен и уже пробовал разное, то можете найти. Я нашла такой стропон на зоне, просто там, не знаю, листала-листала и оп, и нашла. Вот, я не знаю, но, наверное, это видео было очень полезно, прям капец как полезно. Вот, и я очень хочу, чтобы люди начали думать, что анальный, ну, типа, поняли, что анальный секс не имеет ничего страшного, потому что я сама тот человек, который была уверена, анальный секс — это нездоровая тема. Да мне гинеколог это пыталась объяснить, но на самом деле нет, потому что тогда, если анальный секс — входить нездоровая тема, тогда вот дотрагиваться здесь вот так вот — тоже нездоровая тема, дотрагиваться здесь так — тоже нездоровая, дотрагиваться пальцем — какая разница, где дотрагиваться? Ну, типа, это просто страх в голове. И все. Если ты готов к чему-то, просто подумай о том, какая техника, как сделать так, чтобы тебе было приятно, потому что признак боли говорит о том, что ты что-то делаешь не так. Вот. Спасибо, и пойдемте заниматься анализом.